Ну что, ребят, продолжаем на том, о чем мы в прошлой серии остановились. Забрал я все-таки этот, я не знаю, гироскутер или кто это такой. Эту штуку мы с вами забрали. Давайте сейчас разберемся со всеми этими. Вот тут ребятишками. Давай с этими всеми ребятишками разберемся. Все, спишь? Хорошо, хорошо. И посмотрим, что тут у нас еще есть. Так, монетки, монетки, монетки. Камушек. Так, это нам не нужно. Блин. Так, веревка. Веревка, хорошо. Здесь вроде больше ничего не надо. Спасательный жилет не могу взять. Так, микросхема. Вроде все, да? Вроде все зачистили. Прикольненько. Так, но веревка мне надо по-любому. Так, ля, какой стульчик. Та ты шо, ля. Слышь, а ты что тут делаешь, скажи, пожалуйста. Так, я тут нашел челика привязанного. Мне интересно, это не это тело, которое мы можем с вами крестиком. Здорово. Здорово. Как ты реагируешь на этот крестик, не? Не ты? Или это ты, или это не ты. Ладно, давайте не будем крыса мучиться сильно долго. Если его привязали, значит, на то есть, как говорится, вот. А чё ты, не хочешь? Не? О, все, до побачення. Так, а дай мне, пожалуйста, стрелки мои. Стрелы, стрелы, стрелы. Так, а у тебя что? У тебя, по-моему, можем броню, да, себе взять? Мерзкая броня, или как называется? Жуткая броня, да, прикольно. Говорится, если его привязали, значит, были на то причины. Так, можем ли мы здесь с вами... О, и наша малыха здесь. Можем ли мы тут где-то поспать лечь или нет? Чтобы мы ночью с вами не бегали. Хотя я знаю, где мы можем поспать. Я могу здесь палатку раскинуть, в принципе. В принципе, я могу здесь палатку раскинуть. Больше нельзя перенести, да? Ладно, давайте раскинем палатку. Давайте раскинем палатку. Поспим. Только не понять, что оно так подлагивает. Либо меня глючит. Кажется, что не так. Так, может из-за локации. Ляжем, поспим. И пойдем дальше искать то, что нам нужно. Так, давай. Спадки. Все, всем доброе утро. Ах ты, падла! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот так, вот так. Плохой, плохой. Плохой абориген. Так, дай мне факел. А ну пошел отсюда. Падла. Так, как вам идейка уносить отсюда ноги? Я думаю, неплохая, правильно? Только если бы еще знал бы, куда поносить бы. Так, давайте возьмем в руки с вами навигатор и... Ага, здесь у нас что-то типа... Типа лагеря, либо пещера. Что это тут? Где-то и пещера, да, есть? Правильно я понимаю, или нет? Или это есть лагерь? Вон впереди пещера есть. Так, ну здесь мы залутали с вами. Здесь уже, в принципе, ничего не может быть. Здесь уже, в принципе, ничего не может быть. Так, это нам не надо, это нам не надо. Покушать мы потом покушаем. Так, а где, куда, куда идти? Куда-то нам идти. Ага, мы вернулись обратно. Давайте разберем здесь палатку. Так, как тебя разобрать? Вот так тебя разобрать. Все, и уходим отсюда. Крыться отсюда уходим. Уносим ноги. Потому что мало ли сейчас еще набегут. Блин, я думал... Не-не-не, никакие хи-хи-хи. Я думал, мы сейчас проснемся и будет как-то посветлее это все. Ну ладно, идемте к пещере. Идемте к пещере, а потом сходим ко второму месту, к этому.
к розовой точке той. Бля, фиолетовый какой-то цвет. Крыса, кто в курсе, какой это цвет, кто разбирается, напиши. Сходим туда. Так, только я ничего не вижу. Забрал я, походу, свой гироскутер, оно, правильно? Или неправильно? Или я все, больше ездить не могу на нем. Так, давайте смотреть, где он находится. Где он может находиться? Но явно ж не в сумке, правильно? Так, это кастрюля, это... Угу. Это не то. Сумочки мы потом откроем. Здесь у нас алоэ. Так, жуткую броню давайте оденем. Здесь у нас курточка. Курточка, толстовка. Красивая толстовка, да. Все. Вот так. Где же наша эта штука? Это наша мишень. Это все не то. Это все не то. Может, надо как-то опять это все сделать. По-моему, нажимал два раза на X и... Или я ее потерял? Блин, я даже не знаю. Либо... Либо ее потерял, либо я не знаю. Ну, то есть... Она где-то там должна находиться. Тут два варианта. Либо мне... О, здорово. Либо мне переиграть. Привет. Либо пробовать ее найти. Но я хочу на этой штуке покататься. А можно понять... Пожалуйста. Можно, пожалуйста, мне свет. Я вроде ложился спать, когда темнело. Но не знаю, почему здесь... Угу. Мы с вами заблудились, да? И на карте уже эта штука не отображается. Или отображается? Я так же самое не вижу, как и вы, так что... Так что да. Блин, ну я же забрал. Там было надо было нажать два раза на пробел и на... Ах ты, падла, стреляй, стреляй, Мих. Стреляй, 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 стреляй. Умничка. И два раза, да. Нет, 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 нет. Все, все, все. Прекращай. Блин. Падла, я даже не знаю, либо делать двойное сохранение. Наверное, после... После этой серии попробую сохраниться. После того, как мы залутаем с вами пещеру, попробую сохраниться и... Попробую заново отыграть, посмотреть, смогу ли я забрать эту штуку, либо нет. Либо оно типа одноразовое. Вы голодны. Хорошо, давайте покушаем. Так, мясо, наверное, я кушать сырое не буду. Можно ли его выкинуть? Ладно, потом как-то его выкинем. Так, ага, это оленя. Понял. Понял, понял, понял. Нам немножко дальше. Нам, по-моему, вот сюда. Так вот, попробую сделать второе сохранение. И посмотреть. Блин, ну как-то же оно должно ж вызываться, правильно ж? И неправильно. Ну реально прикольная штука. Или может она одноразовая, не знаю. Кто в курсе, напишите. Так, идем дальше. Ну, на крайняк я всегда смогу еще туда вернуться. В пещеру, тем более, я знаю, по-моему, со мной наши друзья не зайдут. А вот мы с вами пойдем. Как раз пока мы здесь выйдем, уже и рассвет будет. Не помню, сохранялся я перед этим, либо не сохранялся. Просто не хотелось бы откиснуть в пещере и все заново начинать. Так что постараемся сделать все аккуратненько. Так, что это? Что мы... Это мы с вами подобрали.
Блин, вот тут реально темно, вообще ничего не видно. Так, куда мы идем? Куда мы идем? Хорошо, что есть навигатор. Так, пошли, почти дошли. Мне интересно, у нас с вами есть этот, как его, для принтера. Для 3D принтера вот эта вот штука. Как она называется? Смола для 3D принтера. Что мы сможем на той, на том 3D принтере сделать? Так, рюкзак. А ну, иди сюда. Что у тебя тут? Камни, лампа. Понял. Так, по-моему, я нажимал на X и два раза подпрыгивал. Не? Все равно не. Либо на V два раза. Либо на V два раза подпрыгнуть. Короче, не хочет мне мой новый, как говорится, велосипед появляться. Так, где тут вход в пещеру? Где тут вход в пещеру? Где-то, по-моему, где-то вот тут. Если мы вообще правильно идем. Ничего не вижу. Так, ага. Что-то вроде оно, да? Тут ничего больше нету. Возле этой пещерки. Ладно, ладно. Твою ж, падла. Я таким Морбиусом стану. Так. Сейчас, ребят, я разломаю это все. Я знаю, что вы ничего не видите, я сам ничего не вижу. Ну, такая вот игра. Такая вот игрулька. Блин, нужно будет попить. Надеюсь, у нас с вами есть питье. Так, а можно ли мне... Во, огонь. Так, ага, это свет, это лампы. Это ноутбук. Все, обнаружено новое местоположение. Развлекательный бункер. Ага. Прикольно, развлекательный бункер какой-то нашли. Баллон с воздухом. Я так понимаю, мы плавать сможем, да? Баллон с воздухом. Так, хорошо. Это что? Это газетка. Увеличить. Очень интересно. Но я понимаю, что вам ничего не понятно. Ладно. Давайте берем факел. Берем с вами сососоло. Выпьем немножко. Потом берем с вами, делаем вот так. Вот так. Делаем коктейль Молотова. Я думаю, он нам пригодится. И выходим. Так, как мне спрятать эту штуку? Вот как спрятать эту штуку. Все, вроде все залутали, правильно? А теперь давайте смотреть, сколько здесь сейчас будет бабаек. И насколько они здесь страшные. Отстаньте. Да твою ж, падла, пугает меня. Специально я знаю. Так, давайте присядем. Что-то как-то быстро я иду, вам не кажется? Как-то быстро и вообще никого нету. Главное найти назад дорогу, потому что я себя знаю. Сейчас со страха побегу. Непонятно куда и все. Иду побачили. Так, ага. Водичка, водичка, водичка. Прикольно, ля. Так, надувной круг. Хорошо. Хорошо, ага, это свет. Это весло. Держи весло. А я могу его забрать, походу, не.
Ах ты, падла. Это, по-моему, эти бабайки, которые можно этот, как его, использовать хрестик, если не ошибаюсь, да? Который хрест использовать можно или нет? Я просто не хочу здесь сейчас, так скажем, опростоволоситься. Так, а ну дай-ка мне, пожалуйста. Давай-ка сделаем вот так, правильно? Ага, молодец, одну просто так выкинул. Одну просто так выкинул. Так. А что-то они вообще ничего не дают, да? Никакого источника света. Ладно, ладно. А где коктейль Молотова? Ага, вот иди. Вот иди. Так, где у меня Эл? Быстрей, быстрей, быстрей. Красавчик. Ой, Арчи красавчик использовал, называется. Ладно, ладно. У меня для вас еще есть гранатка. Получи. Ну что, нравится? Мне тоже нравится. Так. Все, патрошки закончились. Ага, до побачення, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Куда? Где? Кто? Дай сюда. Дай сюда, дай сюда. Не знаю, смогу ли я их победить. Смогу ли я их победить. Падла, ничего не вижу. Угу, попал. Не попал. 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 Ага, закончились. Тихо. До побачення. Вообще ничего не вижу. Все, давай, штука, не подведи. А если у меня возможность сделать себе еще стрел? Блин, косточку взял. Если у меня еще возможность сделать себе стрел. По-моему, да, да? Так, хорошо. Ой, дурак. Ладно, я броню себе сделал. Ладно, не то сделал. Мне нужно перо. Мне нужны палки. Мне нужны камушки. Ну, зато броню сделал. Так, давай еще перо. Давай еще камни. Давай еще палки. Вот еще. И, надеюсь, нас с вами еще хватит всего. Главное, чтобы камушков хватило. Вот, хорошо, отлично. Теперь мы с вами как соколиный глаз сейчас всех перебьем. Так, давай. Давай. Подходи. Давай. Иди сюда. Падла. Попал. Отдай стрелу. Отдай стрелу. Где ты? Вроде понимаешь, что игра, вроде все, но как же все-таки стрёмно.
мозги крушить. Ну? Да куда ты? Ложись, ложись, отдыхай. Все, все, все. Все хорошо, все, ложись, отдыхай. Дядя шутит. Дядя шутит. Да, нужно сюда брать, не знаю, наверное, дробовиков 200 и идти в эти пещеры. Ага, застрял, да? Где ты, падла? Лежи, лежи, лежи. Все, 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 все. Все, 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 все. Хорошо. Так, главное сейчас стрелы позабирать. Главное сейчас стрелы позабирать. Так, я таки извиняюсь, я вернусь пока мисс вот сюда. Откроем, и мы сможем, по-моему, сами сделать... Вот так, надеть, надеть, надеть. Все, у нас теперь с вами есть какая-никакая, но броня. Теперь берем факел. Теперь берем факел. Так, ты кто? Весло тебе не помогло, да? Так, стрел у тебя больше нету? Есть. Падла. Стрелку. Стрелу мою забрал, да? Мою стрелу забрал, падла. Все потратил, понимаешь? Все потратил на одну печеру. И сейчас, наверное, больше ничего не будет, да? Так, давайте кости позабираем. По возможности. Так, и налево, и направо. И направо, и налево. Ах ты, падла. А мне нужно вообще в эту пещеру, как думаете? Во-во-во-во-во. Все-все-все, до побачення. Ты че, подлюка? А ну давай. А тебя не смущает, что я тебя подпалил, не? Тебя не смущает. Все, 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 долго достала библиотека. А тебя, падла, не смущает, что я тебя подпалил, не? Блин, хорошо, что броню взяли. Так, сделай. Сделай немножко светлее. Лям, он пригинаться умеет. Умная бабайка. Попал. Вроде попал. Вроде попал. Вроде попал. Все, все, все. Умри, 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 пожалуйста. Умри. 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 У меня нету больше стрел. Но зато у меня есть лекарство и топор. Так, хорошо, хорошо. Давай возьмем вот так. И возьмем с вами топорчик. Попробуем все-таки сделать это. Ну, где ты? Думаешь, я тебя боюсь? Падла, падла, падла. Есть. Так, по одному, ребят, по одному. По одному, падла. Какая же напряженная ситуация. Так, хорошо. Давайте еще раз наденем броню. Если бы не броня, я думаю, на этом бы, как говорится, наша пещера тут бы и закончилась, да? Просто вроде какого-то из этих монстров можно крестом победить, чтобы он загорелся. Но я как-то экспериментировать не сильно очень хочу. На ком это будет работать, на ком нет. Блин, нам точно сюда надо? Может, ну его?
она и не заканчивается, пещера, прикинь. Я иду, она и не заканчивается. А она все дальше идет. Так, главное сейчас потом направо. Главное, чтобы отсюда выйти. Главное, чтобы потом отсюда выйти, потому что я не знаю, куда идти. Прикинь, она вообще не заканчивается. Она вообще не хочет заканчиваться. Это как фильм был «Спуск», по-моему, если я не ошибаюсь. Там тоже альпинисты потерялись в пещерах. И на них вот такие вот бабайки охотились. Так, камушек, конечно, хорошо. Спасибо за камушек. А я отсюда потом выберусь или нет? Ля, сколько тут черепов. Ля, костюм аквалангиста. Костюм аквалангиста, прикинь. Это типа мы под воду сейчас будем нырять с вами? А в воде еще, да, бабайки будут? Ну, я так понял, мы наш скутер больше не найдем, да? Так, что за свет? Что за свет? Погоди. Блин, а тут акулы плавают. А мне точно... Мне точно в воду надо. А мне стрелы еще остались. Так, давай, наверное, сделаем с вами два коктейля Молотова. На всякий пожарный. На всякий пожарный сделаем. Блин, можно как-то С4 делать, но я не знаю. Вот, бомба с таймером. Что типа от меня требуется? Вот эти вот 5 чего? Камешков, не камешков. Вот, вот эти X5. Что за X5, я так и не понял. Ладно. Так, акулка. Ты где? А у нас нету с вами этого... Чтоб посветить, не? Ничего нету. И палочек. Так, давайте, наверное... Ага, у меня камушков нету для стрел. Ладно, ладно. А тогда попробуем, может, сделать... Сделать вот так. Но вряд ли, конечно, это поможет нам хоть что-то увидеть, но... Ну, может, хоть чуть-чуть. Не, походу, хуже стало. Ах ты, падла! Нет, нет, пожалуйста! Нет, 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 нет. Нет, не надо. Не кусайся. Нет. А что это такое? Рука коллекшнс. У нас рука коллекшнс есть с вами, ребят. А что мы с ним где? С этой рукой коллекшнс сделать. Так, ага, вон акула. Есть, попал, да? Попал. Ага, и больше ничего нету. Ладно, а здесь камушков нигде нету, да? Мы с вами не собирали, да. А из этих я ничего никак не смогу сделать. И даже разбомбить их никак напополам. Так, почему я не могу сделать из них... Да ё-моё, погоди. Почему я не могу из них ничего сделать? Типа маленьких камушков. Да, ничего не могу сделать. Ладно, ладно. Время, время. Время, время топора, я так понимаю. Я так понимаю, мне нужно нырять, правильно? Я так понимаю, мне нужно нырять. Ладно, ныряем.
пожалуйста, акула, только не кусай меня. И самое интересное, понимаете, у нас в пещере еще с правой стороны был вход, помните? Мы еще там могли как-то с вами пройти. Да, интересно, куда ж мы плывем? Нужно будет стрел наделать, ну и тоже, тут стрел много ты не наделаешь. Тут стрел много ты не наделаешь. А, это типа я всплыл или что? Или что это, где я? Ага, это я выплыл с пещеры. Прикольно, прикольно. А можно ли мне вернуться обратно в эту пещеру? Потому что там еще справа был вход. Или лучше сохраниться, построить здесь домик. Так, это кто? Это ж наш, правильно? Да, это наш. Ага, вот и пещера. Так, я даже не знаю. Давайте попробуем вернуться. Давайте попробуем вернуться. Пещеру. Только здесь посмотрим, есть ли тут что-то интересное. И кто это там? Ага. Так, а это не там, где наш вертолет упал? По-моему, там, да? Либо нет. Ладно, давайте попробуем вернуться в пещеру. Опять зайти. Попробовать пройти направо. Может, мало ли, мы с вами там что-то найдем интересное. Если нет, то просто убежим. Так, дай в руки зажигалку. Дай в руки зажигалку. И пошли смотреть. Так, и пошли смотреть. Так. Подпалили. По-моему, куда-то сюда. Интересно, зареспил ли эти бабайки, либо нет. Может, сюда идем? Да, правильно, сюда. Так, налево, если я не ошибаюсь, у нас идет то, откуда мы с вами выплыли. И вот еще есть вход. Если это вход, конечно. Если это, конечно, вход. Да, это вход. И что за вход? Так, ну если здесь нет ничего такого прям сногсшибательного, я расстроюсь. Хотя, в принципе, мы акваланг с вами нашли. Баллон с кислородом, правильно? Где наш баллон с кислородом? Как посмотреть? Так, вот это вот что? Или это ничего? Где посмотреть баллон с кислородом? Так, это ткань. Это череп, это ножки. Вот, акваланг. А почему здесь нету возле акваланга рядом гироскутера вот этого вот? Ну ладно. Сдался тебе этот скутер. Блин, ну прикольно катаешься себе. Не ходишь, быстро передвигаешься. Это особенно хорошо с этим... С древесиной. Когда тебе нужно ее много. Бегаешь ты медленно. Ладно. Ой, ё-моё, ой, ё, по-моему, стой, 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 по-моему, ты, зайчик, боишься вот этой вот штуки, если не ошибаюсь. Да? По-моему, ты боишься её. Изыди, 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 изыди. Нет, ты не боишься её. Убегаем, каждый сам за себя. Нет, 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 я пошутил. Ладно, сейчас я тебя возьму. Так, коктейль Молотова на L. А! Падла, гори, гори! Гори, 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 ясно.
Блин, я разбил бутылку. Знаешь, куда себе это засунь? Нет, нет. Он за нами гонится, ребят, 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 ребят. Что ж так стрёмно? Пожалуйста, отстань. Все, мне даже не интересно, что там находится. Конечно, мне интересно, что там находится. Фу-фу-фу-фу-фу. Ага. Изыди. Блин, как же реально стремновато. Так, ладно, сейчас, погодите, 2 секунды, дайте собраться. Дайте собраться и дайте подумать. Чем бы его, падлу такую. Может, копьем попробовать. На расстояние, чтоб он ко мне не подходил. Так, давай, иди сюда. Да. Так, ну у нас есть, как говорится, шанс на один. Один шанс есть его копьем добить. Все. До побачення. Хороша. Блин, гребаный коктейль молотова, который я выкинул просто так. Дай сюда. Так, хорошо. Теперь давайте выпьем таблеточку. Так, мы спадки хотим, да, или что мы хотим? Не, никаких спадки. Никаких спадки. Нам нужно еще посмотреть, что там находится. Так, мистер Бабайка. Да, на такие путешествия реально нужно очень много всего с собой брать. Потому что их здесь могло быть гораздо больше. Это мне реально повезло, что их тут пару штук всего. Так, я уже забыл, как назад возвращаться. Все. Тихо, слышали? Кто-то идет, да? Тут кто-то есть. Я по-любому знаю, тут кто-то есть. Зачем я сюда иду? Ну, нашел ты акваланг, харчи, тебе что, мало? Кто это? Что это такое? Так, что это такое? Ты отстань. Отстань. Все. Пожалуйста, убегай. Ты чего делаешь? Убегай. Уноси ноги. Нет, не... Арчи, ты чего? Все. До побачення. Угу. Там вообще музыка какая-то играла. Все, отстань, пожалуйста. Страшно, да? Самому страшно. Блять, оно бежит за мной. Нет. Да, ребят, кто любит вот такие вот жанры, посмотрите спуск. По-моему, первая часть. Что-то примерно такого плана. Ух. Все, не, я отсюда уношу ноги. Я реально отсюда уношу ноги. Не знаю, что-то в той пещере находится. Не знаю реально, что в той пещере находится. Может, что-то интересное, конечно. Но я не справлюсь, реально не справлюсь. Все. Я реально не справлюсь, лучше уходить. Лучше вернуться потом уже когда-нибудь, не знаю, никогда. О, я знаю, когда у нас будет с вами дробовик, вот тогда я смогу вернуться. А пока у нас с вами нету дробовика, я туда больше не ногой. Все. Закрыли тему. Так, а мы с вами нашли, были каких-то 2 места, да, прикольных? Типа, мы нашли с вами какие-то 2 места на ноутбуке. А где они у нас отображаются? Как мне их найти? Почему они у нас не светятся? На этом... Что с рыбкой на ноутбуке не светится? Так, мне нужны маленькие камушки. Мне нужны теперь маленькие камушки. Так, я без понятия, где я? Где наш дом? Но наш дом, по-моему, где-то в той стороне.
Наш дом, по-моему, где-то в старой стороне. Ладно, давайте сюда пройдем. Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, должна быть еще одна пещера, да? Либо нет. Либо это не эта пещера. Я просто не помню. По-моему, я с этого места, да, начинал или нет? Или не с этого? Играть. Блин, я уже запутался. Ну ладно, давайте дальше пройдем. Почему у меня на GPS не показываются те типа два координата, которых мы... О, тряпочка. О, шоколадка. Спасибо. Почему не показываются те два места, которые мы с вами типа нашли? Почему оно не отображается? Так, и куда мы вообще с вами идем? Куда-то мы с вами идем. Только куда? Без понятия. Так, а мы здесь ничего не упустили с вами, да? Ладно, давайте чуть дальше пройдем. Я думаю, в принципе, на этом серию можно будет, я думаю, и закончить. Что там по времени? Сейчас, секунду, я посмотрю. О, как раз 40 минут. Как раз отлично. Как раз серию на этом мы закончим. А я, наверное, я... Пойду домой, сохранюсь. И попробую все-таки переиграть для себя, посмотреть этот, как его, все-таки тот гироскутер, я не знаю, как правильно эта штука называется. Ну, колесико, на котором мы с вами ездили. Так, это что такое? Так, лопату. А как сделать лопату? Кто в курсе, как сделать лопату? Ну, правильно, тут же лопата нарисована. Можем как-то лопату с вами делать. Бомба с таймером. Угу. Не подойдет вместо лопаты, не? Нет, ты не хочешь, да? Ну не, явно тут лопата нужна. Угу. Интересно, а может как бы и на тех двух потом розовых нам лопата нужна будет тоже? Ладно. Короче, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Я пошел посмотрю, как можно сделать здесь лопату, потому что я без понятия, как ее можно здесь сделать. Потом пойду сохранюсь, и в следующей серии уже с вами увидимся. Не знаю, продолжим. Попробуем, значит, дойти до того места, либо найти еще одну какую-то пещеру. Так что все, всем пока-пока, мур-мур, и до потом, ребят.